Vladimir Putin are preferințe în chestiunea liderului de la Washington, dar nu exclude că va lucra cu oricine va fi ales. Dar, spune președintele țării care a invadat Ucraina, ar prefera victoria lui Biden, care ar fi o alegere mai bună din punctul de vedere al Rusiei. Послушайте, я когда встречался с Байденом в Швейцарии, было правда несколько лет назад, 3 года, да? Ну, и тогда уже говорили о том, что он недееспособный. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал свою бумажку. Я, честно говоря, подглядывал свою. Ничего такого нет. Но то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился там, головой этот вертолет. Но кто у нас не ударялся где-нибудь головой? То есть пусть первый бросит в него камень. Байден este mai experimentat și mai previzibil, a spus Putin. Dar vom lucra cu orice lider în care poporul american are încredere. Nu exclude Putin o eventuală victorie a lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din toamnă. Хотел заставить европейцев поднять свои расходы на оборону. Или, как он говорил, пусть тогда платят нам за то, что мы их защищаем, что мы раскрыли над их головами атомный зонтик и так далее. Ну, я не знаю, пускай они сами разбираются, это их проблемы. Но, наверное, с его точки зрения есть в этом какая-то логика. С точки зрения европейцев логики никакой нет, а они хотели бы, чтобы Соединенные Штаты и дальше безвозмездно осуществляли вот какие-то функции, которые сложились с момента образования НАТО. Это их дела. Я-то считаю, что НАТО вообще ни к чему уже смысла никакого нет. Смысл только один. Это инструмент внешней политики США. Recent s-a aflat că Donald Trump spunea că europenii nu ar trebui apărați în cazul în care nu alocă mai mulți bani domeniului apărării. Declarația lui Trump a contrastat puternic cu angajamentul lui Joe Biden de a apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO, așa cum se angajează să facă membrii alianței militare în caz de atac.